своем канале Биг Дон. И сегодня я приглашу со мной сниматься моего друга Алена 25. И он уже вот. Я его сейчас приглашу. Так. Чего не получается? Сейчас. Сейчас. Подожди. О, окей, все. Так, моя цель прокачать этот аккаунт моего подписчика одного. Марк 7777. Три семерки, Марк, надеюсь, хорошее число. Так, а почему-то у него так мало кубков. Так, давайте-ка у него самый крутой какой прокачаем. Давайте ему Була добьем до 15 ранга. Ну-ка, давайте прокачаем. Цель сегодняшнего прокачать его. А, ну максимум сделать больше кубков. Погнали. Go, let's go. Моя счастливая фраза в Брауле. Кстати, да, кто заметил, что я сегодня Брау снимаю? Не Майн, а и не Роблокс. Так. Эль Примыч, ты мне поможешь сегодня выиграть? Ветушки. Смотри, мы же команда, ну уж команда, побожду. Ребят, кстати, напишите... Мы убиваем его! На, красава, убил, уходим там. Напишите в комментариях, сколько у вас кубков Брал Старс. И сколько персов. Это очень важно. Леона 25, подтверди. Мы обязательно все прочитаем. И да, подтверждаю. Ребят! Тут приветики! Прилетели. На! Минус Тара! Минус Эль Примыч! Вот так вот я разношу всех. И буду разносить. Это я убил, кстати. Тебя сейчас убьют. Кто? Я. I'm in my home. На тебе, Макс. На тебе, Джесси. Я сам убил. Как это? Я их убил. Подписчики, вы же подтверждаете, вот. Иди сюда, на кого руку поднял? Убил? Красава. Мы были в топе всего сейчас. Это еще маленькие кубки, сейчас будем на больших играть. Какого? Продолжаем сразу? Давай. Красава. Так, давайте ему сейчас квесты дополнительные сделаем. Иди на другие банки, вон на тот, я на этот, чтобы было намного быстрее. Блин, нет, на меня кольт напал, сейчас умру, братан, помоги, срочно! Фух, отхожу, я не надо хилиться. Срочно похилиться надо! На! Ты видишь, как я его добил? Интересно, а кто первее кого убил? Я вроде его первее убил. Не бойся, я не солью. Попробуй только слить, я тебя сам слью. Так, я к нему сейчас быстренько дойду. Все равно уже терять нечего. Отходим. Мне надо... О, мне твой кольт попался. Ты его убил? Нет, конечно. Вот, блин. Блин, умерла только одна команда. Уже так он сузился. Вот это ядовитые облаки. Отводи их в сторону ко мне, я хочу их убить. Дай мне банки, у меня очень мало банок. Да этот Барли меня уже бесит. Мне тоже поджигать все. Блин, кольты меня тоже в этой игре сегодня бесят. А меня нет. Иди сюда. Неумеха игравшая. Проигравшая, то есть. Я проигравшая. Давай просто проиграем, все равно 7 кубков. Или как там? Короче, все равно будут кубки. 8 вроде. Так, смотри, чуть-чуть. Красава! Затащил игру. Я еще не потерял скилл. Так, сейчас мы ему сделаем 200 вот этих вот жетонов. И пойду открывать ящик. Ой, как ему 400 надо было сейчас.
Кстати, у меня уже целых 165 кристаллов. Красава. Кстати, ребята, не просто этого профессионала позвал, так как я знал, что одному мне будет очень тяжело затащить всю игру. И, кстати, Леона 25 понял одну тактику. Нам нельзя друг другу отходить, потому что если у меня заканчивается снаряд, то другой может нас убить. А если мы двое будем стрелять, то вот вдвое ок, больше. Ок. Не отходим от друг друга. Иди сюда. Отходить от друг друга нельзя. Ни в каких случаях. Я подхожу вот так, красава. Так, смотри, я его подлетаю, наношу урон сзади. Не советую. Хорошо, послушаюсь. Отходи, послушай меня. Отходи, у тебя мало жизни. No. Бля, ты рисковый. Зачем тебя позвал? Я сейчас сам умру. Я умер. И я. Говорила тебе, надо отходить. Нет. Надо было отходить. О, у меня квест выполнился. У меня еще нет. Так, еще один раз надо поиграть, чтобы выполнить этот квест. Ну, сейчас, короче, я буду куда хочу идти. Нельзя! Помнишь, как первый и второй раз вытащили? Вместе ходили? Можно. Нет, нельзя. Иди туда банки добывать. Меня эта команда кольтом бесит очень жутко. У них 4 банки. Поэтому и бесит. Ведь я завис! Я завис! У меня ноги не двигаются. Я не смогу. Хотя бы что-то там сделай, да? Ну, бля, эта команда читерная очень. О, Гейл, спасибо. Кстати, видел, Гео нам помог, наоборот, сбежать. Так, смотри, я надежда, и пока у меня щит, я должен убежать. Щит закончен, я сдохну. У меня жутко лагает. Ну, она хотя бы до третьей команды. Нет, походу, умрем, нужно нас... Один ты сейчас играешь. Одному в этом... тут играть очень опасно. Вот эта команда, как там это... Та девочка называлась, блин, я ее забыл. И вот этот вот... Гейл. Они сейчас жутко топят. Они, смотри, вместе ходят и вместе убивают. Меня сейчас убьют. Спасай. Нет, я взял удар на себя. Ты, главное, живи. Пожалуйста, не умри. Да убейте там какую-нибудь команду. Не уходи отсюда. Я сейчас тебя убью сам, когда возрождусь. Иди туда, она сейчас обратно убью. Нападай на них. Нападать? Yes. Так, быстрее. Нет, мы умрем. У нее по 16 кубков. Ой, банок. О, мы хотя бы как-то затащили. Ну, я, кажется, этот квест вообще не сделал. Я ни одного удара не нанес. Почти я закончил. Ну так, сейчас по моей тактике. Иди за мной. Ок. За мной. Ок. Я тебя не вижу, а все увидел. Блин, эта команда тоже нормальная. Лечка плюс нападение. Мрачный тип, я его название запомнил. Иди сюда, мрачный тип! Мрака! Мрак! О, дебил. Я чуть не умер. Отхиливайся и давай быстренько. Давай я на Брока побегу, у меня ульта иди, есть. Иди. Ок, давай, Израил. Мне хана. Там Шель с ультой стояла. Так, и появился быстренько.
Тактика молча, тактика молча. Да мы умрем сейчас. Я умер уже, это точно. Гаси, гаси. Беги, беги. Меня убили. Да ну за что? Так, может все равно уже умереть. Нет, я буду жить до последнего. 16. Спасай, спасай. Да как? Я сейчас пойду сам сдохну. Два удара на меня потребовалось. Да ты тоже колбась. Блин, у меня вообще капец. У меня 3 FPS сейчас. Выходить. Так, нажми выход. Еще нужно один раз будет выиграть в этом. Так. Ой, иди на майка забираешь. Так, у меня есть, походу, 2 сундучка. Может быть, там сундук, может, нету. Так, сначала забираю отсюда. Надеюсь, есть. Нет, не выпадет бравлер, точно. Даже удвоитель жетонов не выпал. Как это меня бесит. Так, а тут что? Сундук какой-нибудь. Вот. Пожалуйста. Умоляю. Нет, не выпадет. Можно удвоитель? Удвоителя нету. Блин! У меня что-то залагало. О, все, прошло. Бро, давай быстренько один раз этот режим быстренько доигрываем, потому что у меня будет 15 ранг и плюс будет выполнен еще один квест. Потом пойдем вот этот, как там, бой с боссом или что тут было. Окей. Большая меня... игра, вот в нее пойдем. Давай быстро. Гоу. Большую игру нельзя вместе играть. Гоу лучше. Сейчас постараемся занять первое место, чтобы у нас двоих апнулся 15-й ранг. Ок, давай. Кстати, у него на Эль Примучу уже есть 15-й. Почему-то. Это единственный, кстати, бравлер у него, который есть алмаз. Ну вот этот. Вообще-то нет, у меня есть другой аккаунт. Помоги! Я сейчас сдохну. Ты тоже, походу. О, ноу. Это просто не фартануло. Ты просто поверь, это не фартануло. Блин, ну что так не везет? Если над этом, над этом видео будет много лайков, тогда я в следующий раз зайду в Brawl Stars со своего настоящего аккаунта. Там уже 15 тысяч. Забирай банку. Да как, если пока его заберу, меня убьют. Фух, не убили. Видишь, не убили. Я сейчас кольта убью. О, нет, меня сейчас убьют. Меня сейчас тоже убьют. Фух, увезло, фартануло. Давай, Джеки, разнеси на всех там. И этого Ниту тоже довей, пожалуйста. Блин. Убил, еле-еле. Красава, я просто в кустах сидел, мне это помогло. Давай еще раз играем, чтобы не апнуть 15-й ранг. Но я так не хотел, Злан, давай. Но мне 4 кубка осталось. Да не мог сам потом как. Так, давай, соберись. Я забыл, очень плохо играю на самом деле. А я еще нет. Я же говорил. О, абрикос.
Я его абрикосом называю. Конечно, это шахта. Это Дино-шахта. Если честно, поединок будет, то ты его выиграешь. У тебя две банки. Еле-еле. Я тебя могу... Если мог бы, я тебя сам убил бы сейчас. Там Леон! Все, мы проиграли, бро. Мы проиграли. Нужно Леона добить. Быстро! Никогда не говори, проиграли. Вы остались один на один. Один из одной команды. Вот он! Быстро! Все, мы сдохли. Блин, у меня залагало. Я стоит на месте. Я не мог шевелиться. Все, выходим. Выходи. У меня тоже теперь 15-й ранг. Что там быстро, что-то. Маленький ящик, блин. Кто верит, что из маленького ящика хоть что-то может выпустить? Никто. Я не верю. Честно, никто. Ну, я тоже. Ну, я видел вот в ролике. Так, я тоже сейчас открываю, мне опять ничего не выпадает. Пацан, смотри, да у него еще есть куча персов. Где есть такое вот множество таких вот, как там, как бы это сказать. Они выбивают из маленьких ящиков. Я возьму сейчас Джеки, как раз у него на 0 кубков, и можно будет хорошо прокачаться. А я Динамайк. Так, не это, нет, не это, не это. У него на это больше нету. А что? Парная? Не-а. А что? Нокаут. Потому что у него на это квест есть. Сейчас будет не очень так и легко. Да, я знаю. Хотя нет, это 0 кубков, так что да, легко будет. Ага. Так, я убил сразу двух, можно сказать. Тут Джеки просто заклюкала. Так, я иду сам в бой. Ну, тут было легко. Очень. Какой ранг апнем на Джеки и на Динамайке? 10-й. Окей. Ну, мне кажется, давай лучше 6-й или 7-й. Я их приманил, сейчас быстренько убиваем двоих. Вот видишь, как я играю круто за Джеки. На моем аккаунте на первом выпало. Поэтому я за нее хорошо играю на самом деле. Я тут даже звездный игрок. Логично, ты ближник. О-о, смотри, тут оказывается есть вот это. Победить 15 врагов, победить 15 врагов. Это капец выгодно. 2 квеста сразу. Ребят, мы второе тоже быстренько сделали, я это не снимал. У меня видео остановилось. Так, теперь нужно быстренько еще раз команду победить. Третий раз, видимо, самый трудный раз. Как я знаю. Второе. Это третий. И мы все 3 раза выиграли. 2 раза. Ну, 2 раза, да. Ой, я случайно вышел. Ладно, давай-ка. Сейчас я посмотрю, какие у меня квесты есть. Так, у него какие. Я и прима взяну. Так. Не надо, он у тебя 15-й. Да я как будто ни разу на 15-х рангах. На не взять. Нет. На не. Там нет квестов. Взял? Нет, конечно же, Эль Приму. Вот, блин. Блинский. Сейчас я всех убью. Говорю, что если умрешь, я тебя сам в реальной жизни убью. Ты меня не найдешь в реальной жизни. Я сейчас знаю, где твой дом. Меня не существует. Угу. Ну и как ты играешь тогда? Блин, я вырубился. Посмотри за этой, Белль. Не домой.
Я же говорю, это изи. Вот тяжело уже на 22-х. Ха-ха, у меня в телепорт в этот. Бух, попал. Макс, всем, почему ты такой рисковый аккаунт выбрал? Медленно. Так, я убил, кстати, вот этого Поко как-то. А ты где? Иди к нам. На портал иди. Ну-ну-ну, я уже почти дошел. Поздно. Ладно. Блин. Нажми играть еще раз. Да я нажимаю. Если я сразу две выполню, мне плюс 500 будет. А мне плюс 750. У тебя что, 500 и 250? Yes, I good. Что это значит? Тьма, не знаю. Да. А бы дальше? Конечно. Да. Yes, это да. I good. Я хорошо. Я английский тоже знаю. Чё ты тогда говоришь сейчас I good? Я сейчас его на 1-1 вырублю. Вырублю. Я его учил лет 7 назад. Или может 8. Блин. Все трое портал как-то идти плохая девять, тебе не кажется? На последней секунде. Уходим! Ты один остался против всех, хотя бы двоих. Один на один против Була. Отхилься, и ты выиграешь того Була. Поверь в себя, как я верю в себя. Я в тебя не верю, я в себя верю. Я же сказал. Как? Ну я же сказал. Я тут хотя бы кого-нибудь убил. Убил ты с ней. Да. Ладно, гость сейчас квесты выполнит. Но у меня уже есть квест на кау. Мне еще чуть-чуть осталось. Го в портал. No. Всем плохо туда идти. А, тут Эль Прима и Би сюда телепортировались. Меня убили. Это что за читерная команда? Гром, вроде как эпический, да? Эпик или хром? Эпик. Да, эпик. И вот этот как там. Редкий, это как вообще возможно? Ты на один на один с громом. Я этого бойца всегда боялся. А я никогда. Уворачиваемся. Все, он сейчас умрет. Смотри тактику за мной, иди. Блин, меня убили. Лучше туда не идти, там все они. Так, я тут встану, если что. Быстренько телепортируюсь, если это будет атака сзади. Так, быстро! Блин! Ничего страшного. Гром вроде не запомнил. Со стены гаси. О нет. Бей. Почти убил второго. Они еще два там. Эль Прима. Как их убить? Куда? Идите. Не получится уже. Так, теперь будет третий матч. Самый главный. И решающий. Может, все трое попробуй побежать в атаку? Беги уже. У тебя сильно лагает. Это я знаю. Все, мы проиграли, поверишь? Поверишь на слово? А?
На слово поверишь, что мы проиграли? Нет еще. Кстати, давай, можно затащить всю эту игру. Блин, у меня уже все зависает. Все, ты проиграл. Да ну почти. Почти не считается. Почти никогда не считается. Так, я должен за один раунд убить 5. Ой, Барли взял случайно. Ты реально за Барли? Ладно, мне остался последний квест. Одну победу нужно. 7 уже выиграл, осталось последнее. Вообще, топовая идея меня одного оставить против Дэрила. О, мы трое точно. Я троих убил. Нет, неправда, это я троих убил. Подписчики, свидетели. Гениально. Подписчики, подтвердите ему, да, что это я всех убил. У тебя теперь первый самый умер. Мы злились. Я слился. Капец. Выиграли. Капец, я слился на самом начале. О, я выйти случайно нажал. У меня сейчас мегаящик открываю. Что тебе там выпадет быстренько из транспорта? Блин, 5 предметов, все. Блин. ГГВП. Ну, сколько у тебя там осталось на квесте побед? По 5 убивших. Мне надо убивать. А, ок. Может быть, сейчас... Давай сейчас сделаем, давай. Я тебе дам килы поделать. Если постараться, то можно. Да это очень даже легко. Все, проиграл. Я проиграл, пацан. Ты мне даешь убивать или сам хочешь убить? Тебе. В кавычках. Так вот он не убегает, блин. Я что, умру? Да не бойся, все равно они... Мы двое останемся с Карлом. Мне этот значок вообще с интернетом не нравится. Мне вообще не нравится. Да что это такое? Монти, Монти. Капец, страшно. Они один на один остались. Не, они остались, а я остался. Стоп, у меня ульта не потратилась. Я же ее потратил, как она у меня осталась. Короче, я хочу... Да что мне не дает это сделать? Я думаю, ты этот квест никогда в жизни не выполнишь. Как? Тебя убили? Да, я не знаю как. Но мы выиграли. Спасибо, Карлу. Голос, что другой квест делать или все? У меня индейка появилась, как ты выиграть, давай-ка. Ой! Да ну тебя. Ладно, гость, сейчас последние катки будем играть, и все. Давайте этот квест будет последним, я попробую ему этот затащить. Блин, моя дейка не работает, почему-то я не успеваюсь. А, нет, все работает, давай. Ты убил одного? Двоих. Красава! Где последний? Вот тут Нани дурацкий. Я должен был его убить!
Извините. Не извиню. Даже не собираюсь тебя прощать. После этого... Сюда иди, убивай. Иди на баржи. Да как бы я сейчас сдохну? Как? Да я же и ударил по нему. Так, все, решающий. Все, я тебе не дам килл делать. Там сейчас всех убьет Джессик. Или Джесси убьет. Один. Или они все убьют нашего Джесси. И меня тоже. Давай. Да как? Да ну я живу. Ладно, ребят, на этом я буду сегодня заканчивать. Не получилось как-то дойти до этого квеста. Ну, в этом все равно видео получилось скрытым. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И я еще позову его и поиграю в Brawl Stars. А вы слышали новую тему вообще про Brawl Bubble Quest? Вроде так называется, да? Yes. Да. Есть еще и Bubble Voice. Если вы хотите про это, чтобы я снимал, тогда напишите комментарий Bubble Quest и Bubble Voice.